сухость и дискомфорт при половом контакте, вам обязательно нужен лубрикант. Лубрикант – это специальная смазка, которая увлажнит интимную зону, облегчит скольжение, поможет избежать неприятных ощущений и травматизации слизистой во время полового контакта. Средство необходимо использовать довольно обильно, нанося его на область входа во влагалище и на половой орган партнера. Отдавайте предпочтение лубрикантам на водной основе, без красителей и ароматизаторов, чтобы не спровоцировать аллергических реакций. Например, можете рассмотреть такие варианты. Женщинам 45+, я рекомендую использовать лубриканты на постоянной основе, даже если вам кажется, что проблем с сухостью пока нет. Потому что дефицит эстрогенов в этом возрасте истончает слизистую вульвы и влагалище. И именно для того, чтобы не допустить неприятных ощущений, нужно пользоваться лубрикантами.